Одна из самых серьезных проблем, которая касается каждого из нас – распространение наркомании. Чума 21 века, как ее называют, по-прежнему опасна и собирает свою смертельную жатву, в том числе и среди жителей нашего района. Успокаиваться пока рано. Об этой проблеме шла речь на районной антинаркотической комиссии. В центре внимания было обсуждение вопросов совместной деятельности всех ответственных структур и выработка мер по повышению эффективности профилактической работы. Заместитель председателя комиссии Артем Щеглов отметил, что в Славянском районе стабильно снижается количество лиц, состоящих на различных видах учета, как по алкоголю, так и по наркотикам. Положительная динамика является результатом совместной деятельности правоохранительных органов здравоохранения, органов местного самоуправления и субъектов профилактики. Количество несовершеннолетних, стоящих на учете, снижается, но проблем еще хватает. В Славянскую ЦРБ поступило в этом году 6 человек в тяжелом состоянии с отравлением алкоголем и наркотическими веществами. Особое значение имеют факты отравления и употребления наркотических психоактивных веществ несовершеннолетних, а также употребление ими алкоголя и табака. Нам необходимо обсудить принимаемые меры по профилактике асоциальных явлений как в школьной среде, так и в студенческой. Основная тема, которая обсуждалась на комиссии – профилактика асоциальных явлений в молодежной и подростковой среде. Профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних проводится на постоянной основе с охватом всех образовательных организаций Славянского района. С целью выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические и токсические вещества, а также установления взрослых лиц, вовлекающих подростков в употребление таких веществ, с органами системы профилактики проводится постоянный взаимообмен информацией по выявлению и пресечению данных фактов. О работе со студентами по предотвращению в их среде нездоровых пристрастий говорил директор электротехнологического техникума. Со всеми структурами, которые здесь присутствуют, направлены на технологическую работу, у нас составлены планы. Работа эта ведется плановая. И опять же, вот если не в защиту мундира, но скажу, что основные проблемы у нас происходят со студентами первого курса. Потом их еще не успели хорошо изучить, познакомиться, но вот впоследствии на втором курсе, понятно, что когда они переходят на третий-четвертый, они совершеннолетними становятся, да, и выпадают из поля зрения соответствующих органов профилактики, то на втором курсе все-таки таких студентов меньше. Начальник управления образования подчеркнула, что нужно работать со всеми студентами, пока они находятся в стенах учебных заведений. К профилактике стоит подходить по-современному. Когда мы говорим о негативном влиянии алкоголя, говорим о негативном влиянии табака, наркотиков на организм и так далее. Это традиционный способ, который мы использовали всегда и продолжаем использовать сейчас. В современной стратегии профилактики наиболее приемлемым является другой подход, который направлен на укрепление здоровья. Основной упор здесь делается на умение человека поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии. Важнейшее направление работы комиссии – соблюдение норм законодательства при реализации алкоголя и табака и пресечение нерегулируемой реализации данных товаров, в том числе и несовершеннолетним. Об этом также шла речь. Антинаркотические мероприятия, как было сказано на комиссии, должны проводиться на более высоком уровне. Необходимо уходить от формализма, бороться с недостатками. По итогам заседания были приняты решения по основным векторам взаимодействия и комплексной профилактической работы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».